Всем привет. Наливайте чаечек. Я буду мародерить на ферме. Так. Ой, как я и хотел. Это мне-то зачем? Я еще... Короче, задумка простая. Сейчас в крысу засяду. Там уже кто-то бегает. Боты просто херачивают. Давай, выходи. Два чувака в одном месте. Какие же вы нубы? Так, до свидания. Все? Закрыть дверку. Три подружки полегли здесь. Калашик, спасибо. Пришел спасать. Угу. Кого ты будешь тут спасать? Что это за говно? Выкиньте это. Вот это можно взять. Это чё тут за говно? А это тоже мародер, я так полагаю. Потому что у меня ни хрена нету. Оп. Оп-оп-оп. Да, я мародера убил. Теперь все боты против меня тоже. А чё он тут копался, интересно? Непонятно. Хорошее место для обстрела, кстати. Вообще идеальное место, со всех сторон нужно бахать. Хм.
Саль, come on out! Па-па-пам, парам-па-пам, парам-парам-пам. Спиринг, те даре уна палиста, каброн! Чё у тебя было? Ну это боты. Однозначно. Не боты люди, а обычные боты. Блин, аптечки, ребята, хоть кого-нибудь-то есть? Кто открыл дверь? А я в сортире стою. Открыл дверь. Снайпера теперь еще бахают. Он что-то помирает, лежит. Я сейчас выйду. Ах ты ж крыса, да как сплотную его не убил-то? Чё на нем было одето, интересно? Это же жесть. Но это челик. Сколько я ему дамага нанес? Мимо первый, второй попал, третий попал. Чик-чик-чик. Хорошо, у тебя пушка. Что ты мне пробил? Лайк, дизлайк, подписка. Но неплохо, неплохо. Чё, куда он мне там попал? Не в голову, ведь в грудину просто пропал. Нет, голова. Офигеть, просто в голову. Каска не защитила даже. Левая рука.